Дорогие друзья, рад всех приветствовать в эфире канала Фейгин Лайф. Вторник, 11 апреля, время 20 часов 1 минута в Киеве, то же самое время в Москве, и мы проводим очередной эфир. У нас сегодня в гостях бизнесмен, оппозиционный политик из Казахстана Мухтар Аблязов. Мухтар, приветствую. Здравствуйте. Да, ну вот, мы наконец сподобились, решили провести эфир относительно казахстанских дел. Поскольку масса накопилось вопросов, которые уместно было бы обсудить. Мы его и назвали «Касым – друг Пекина, Жомарт – друг Москвы». Естественно, с иронической ноткой это все у нас выведено в заголовок. Но речь пойдет и о Токаеве, и о Казахстане, и роли центральноазиатской страны в санкциях и, так сказать, в ситуации вообще на региональном пространстве, поскольку оно меняется, и роль Москвы меняется как гегемона, и это для нас представляет интерес. Отдельно мы поговорим как раз-таки о русской релокации, тех, кто бежит из России, и когда они бегут в Казахстан, что происходит с ними, это тоже для нас представляет интерес. В последней части программы это будет касаться и банков, и, так сказать, правового статуса, и много чего. Мы об этом обязательно поговорим тоже. Мухтар, тогда начнем со следующего. Ну, не секрет, что мы с Мухтаром Аблязовым давно знакомы, поэтому, тем не менее, мы будем, так сказать, обсуждать тему с учетом общественной значимости и только ее, да, потому что много было вопросов относительно, значит, прошлых дел и так далее. У нас просто сегодня другая тема. Поэтому мы и будем ее обсуждать, а не касаться других параллельных. Все-таки в чем главная причина, например, на Санкт-Петербургском форуме в свое время Токаев, который пережил, значит, в январе попытку устранения его от власти, мы так это назовем, высказал претензий в адрес Москвы, он прям Путину их высказывал. Можно ли это было трактовать как игру, как многие, особенно из Казахстана, оппозиционеры говорят, или же это, скажем так, попытка публично продемонстрировать, ну, некую отдельность от Москвы, какая-то фронда даже, многие так расценивали. Поскольку по этому поводу велись ожесточенные дискуссии, действительно ли переориентируется нынешняя Астана на Пекин, ну, отчасти на Британию и США, или же это все какая-то игра? Как вы бы это все описали? Я весь прошлый год все время озвучил свою позицию. Это специальная дезинформация. И Казахстан является второй экономикой Евразийском Союзе после России, третья – Беларусь. И Беларусь является вассалом, это очевидно. И попала так же, как Россия, под санкции, просто у Казахстана другая роль. Это задняя дверь для обхода санкций. И, собственно, весь прошлый год я методично это озвучивал, и конец года все статистические данные подтвердили. Так оно и есть. Казахстан – главный союзник по обходу санкций, помощник Путина, вассал Путина, он такой же, как Лукашенко. Это уже, что называется, нужно смотреть на факты, которые это подтверждают. Вот, и я считаю, что, не то, что я считаю, мы просто создали канал Мухтара Аблязова в Украине, где прям детально по датам, условно, 7 апреля происходит какая-то акция, типа, я не признаю ДНР и НЛР, а через несколько дней начинается шум, и промежутки вот под этот шум, они это проводят... Это то, что Токаев, я извиняюсь, заявил, что он не признает ДНР и НЛР. Да, и под, что называется, под эти заявления проводятся различные операции, который помогает России. Ну, например, покупка Сбербанка в Казахстане. Это второй банк по размеру в стране. Покупка Альфа-банка и так далее. Украли вместе, помогли России украсть зерно по Азовскому морю, тащили. Это было казахское судно. Начался скандал, раз якобы Россия тормозит казахскую нефть. То есть, прям по датам нужно смотреть. Мы эту хронологию выстроили. И это дезинформация очень продуманная. И, к сожалению, и западный мир, и многие журналисты и так далее попались. Просто, скажем, надо знать природу
этой власти, этих режимов, во-первых. Ну и, собственно, самого лично Токаева, наверное, вместе с Назарбаевым. Я работал с ним в одном правительстве, и, конечно же, я его хорошо лично знаю. Этот человек не способен публично сказать Путину какие-то неприятные слова, если это не заранее не согласовано, не проговорено. Абсолютно исключено. То есть, таким образом, получается, что это все игра все-таки с его стороны. То есть, он изображает некую свою независимость, скажем так, но продолжает действовать в интересах Москвы. Хоть обход санкций, хоть какие-то серые схемы и так далее. А, так сказать, в чем его зависимость от Москвы? Вот это очень важно понять. То есть... На чем его держат? Как Лукашенко имеет эту связь с Москвой, это понятно. А вот у Казахстана, учитывая его положение в Центральной Азии, отношения с Пекином, отношения с Вашингтоном и с Лондоном, известные традиционные отношения, в чем его зависимость от Москвы, тем более слабеющая, это все понимают. Ну, во-первых, я думаю, нужно идти от системных вещей. Казахстан такая же диктаторская страна, как и Россия. Бесчеловечное – это ОПГ, это мафия, это бандиты. И в январе прошлого года было продемонстрировано, хотя по официальным данным убито было 238 человек на массовых протестах наших граждан. Только в Алма-Ате, в первом морге, а у нас их 5, стояли знакомые люди, 650 какие-то, что называется, да, в первом морге. То есть вы понимаете, масштабы убийств там были тысячи. И поэтому такие режимы, они всегда подобные притягивают подобное. И юридически подобное оформлено следующим образом. Казахстан в едином таможенном союзе. Раз. Притом это не то, чтобы 15 лет назад. Это было, что называется, с 90-х годов. Он оттуда никуда и не уходил. Это я еще министром работал. Мы и тогда были в таможенном союзе. Это первое. Второе. Давайте посмотрим реальность экономическую. 93% транспортных путей по экспорту нефти – это Россия. Минимум 85% всех грузов экспорт-импорт – это Россия. Если говорить о ПВО, все воздушное пространство контролируется по соглашению России. Далее, самый крупный торговый партнер. 24% по итогам 2021 года – доли, Китай где-то 17%. Вот две экономики, которые имеют достаточно серьезную долю, но европейское сообщество, Америка и так далее, больше 50% на самом деле. Но с учетом того, что Казахстан полностью в военном отношении, в экономическом отношении, по транзиту, ну не говоря о том, что это важный фактор, информационное пространство полностью забито российским средством массовой информации, у нас значительная часть населения, никто не знает сколько, но я думаю, минимум 30%. Ну, я так скажу так. У нас по официальной статистике, чисто этнически, если русское население считать, порядка 20%. Порядка 20%. Это более 3 миллионов. Я уверен, что большая часть поддерживает Путина. Ну и потом, это диктаторская страна, оболваненная, недемократическая, где вся пресса в руках власти, и понятно, что это оболваненное население, значительная часть ее, ну, минимум 30% поддерживает Путина. И этот фактор тоже дестабилизирующий присутствует. Ну и самое важное, давайте мы посмотрим просто историю Токаева. Это заблуждение, что он якобы поссорился с Назарбаевым. Это я даже сейчас, думаю, не время это обсуждать. Важно, что он закончил московским ГИМО. Все, ну да, это известно. Закончившие этот институт, они все автоматически сотрудники КГБ. Он работал в посольстве Китая, типа вторым послом работал и так далее. То есть это человек снизу доверху, что называется, продукт советской системы. И это правда. Я, когда с ним работал в правительстве, у нас с ним на этой почве и возник конфликт, когда мы с ним осуществляли визит в Россию по ведомствам. Он все время не то что реверансы делал, он падал и ползал, падал и ползал. Я его поднимал, говорил, ты что делаешь? Понимаете, это было... Для меня это такое оскорбление было. Мы с ним разорвали после этой поездки все личные отношения. То есть это человек снизу доверху, просто он раб. И никогда этот раб не поднимет ни голос, ему, у него в мыслях этого не будет. То есть, понимаете,
как глава государства, он, во-первых, он там имеет недвижимость. У него жена бывшая там, бывшая, не бывшая, но они развелись накануне его, скажем, когда он страну возглавил. Сын у него гражданин России, ну, правда, сейчас и в Швейцарии живет. То есть человек полностью интегрирован в Россию, полностью. Вся его недвижимость, вот расследование же было группы Навального, вся засекречена. Ну, такие услуги делает кому? Ближайшему другу и союзнику. А он не друг и союзник, он вассал. Понимаете? То есть, что мы говорим? Экономика, она прямо кажется, что если смотреть валютобаланс страны и тому подобное, зависимость нет. Резервы на душу населения относительно бюджета. У нас бюджет страны около 30 миллиардов долларов. Свыше 90 миллиардов, трехкратный разрыв, да, резерв. В России двукратный. У нас даже на душу населения больше. Казалось бы, все, там показатели хорошие, но в реальности зависимость от России огромная. Понимаете? Поэтому все предпосылки существуют и показывают, почему она более зависима, не менее зависима, чем Беларусь, по сути дела. По деньгам, по всем показателям, да, она менее зависимая. Беларусь, это, по сути, губерния, там все полностью на России выстроено. Но зависимость не меньшая, с учетом всех этих обстоятельств, которые я перечислил. Так, нас почти 15 тысяч человек смотрят, почти 4600 зрителей поставили лайк. Просьба большая, распространяйте ссылки на этот эфир в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, это помогает эфиру попадать в рекомендованные. Ну и, разумеется, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. Там чуть-чуть у нас не хватает, до 2 миллионов 90 тысяч подписчиков. Там человек 300, что ли, осталось. Так что не примените воспользоваться такой возможностью. Ну хорошо, вот смотри, Мухтар, смотрите, вопрос ведь заключается в следующем. Раз он столь зависим и от Москвы, вот ситуация его конфликта с Назарбаевым, его окружением, да, ну, он оказался, прямо скажем, не предателем по отношению к семье Назарбаева, к его главным, так сказать, союзникам и так далее, лицам доверенным, там, Масимов, например, я так понимаю, продолжает сидеть, если я правильно понимаю, или они что-то с ним сделали. То есть... Получается, у него он защищал свою власть в январе прошлого года, когда начались волнения. Вот как это все? Марк, это заблуждение. Да, никакого конфликта нет. Давайте посмотрим по факту. Это я, опять же, зная эту систему изнутри, сразу заявил, что это игра. Давайте по факту смотреть так же, как и по итогам года, что же все-таки произошло. Когда конфликт у президента авторитарной страны, тотальная власть во всем. И силовики, и суды, и все прочее. Теперь давайте посмотрим по факту. Банковская система принадлежит Нурсултану Назарбаеву, его зятю Тимуру Кулибаеву и всем приближенным. Никто из них банки не потерял. Раз. Промышленные активы. Промышленные активы все в руках Нурсултана Назарбаева. Нефтяные активы, которые у него были, остались, также и есть. Рынок нефтепродуктов 100% контролирует зять Нурсултана Назарбаева. То есть... Дочь Нурсултана Назарбаева, дорога, спикер парламента, она свободно проживает в Казахстане. Зять Нурсултана Назарбаева в Казахстане. Все они там. Поэтому это просто, знаете как, опять же, нам надо понять, как мимикрирует этот режим под обстоятельства. Возникли риски, народ вышел, сказал, шалкет, старик пошел вон, и парламентская республика, он где-то 14 дней прятался, высунулся где-то в середине января и сказал, да вы что? Да я вообще на пенсии, я пенсионер, я все отдал, понимаете? А по факту все и университеты его именем названы, вокзалы его именем, все центральные улицы его именем. Единственное, был реверанс сделан, но это мы оказывали мощнейшее давление, требовали поменять название. Да, поменяли название столицы. В зданиях, помещениях у чиновников за спиной висит портрет не Токаева, Нурсултана Назарбаева. Чиновники в судах, судьи, руководители областей. Полиция, у всех за спиной, это мы опять же делали челлендж, чтобы люди снимали, у всех за спиной портрет Нурсултана Назарбаева. Ни один бюст его не снесен, ни один памятник. Поэтому это полное, тотальное заблуждение, это опять игра. Раз народ возмущается, они его ненавидят, он делает вид, что типа он ушел, сидит, кстати, между прочим, живет в Астане, никуда он не делся. Назарбаев.
Конечно. И я вам скажу, изнутри я знаю, постоянно идут контакты и консультации со стороны Токаева. Постоянно. Это не тот человек, который способен идти на конфликт. Не тот. Понимаете? Все министры те же самые. Премьер-министр, который был вице-премьером, министр финансов, он нынешний. Это кадр Нурсултана Назарбаева. Все руководители городов, областей, кадры Нурсултана Назарбаева. Ничего не поменялось. Абсолютно. Те же самые тотальные преследования активистов. Тоже подавление свободы слова и так далее. Уже все знают. Нового Казахстана нет. И все это просто обман. Люди просто обманулись. Я, к сожалению, был, наверное, почти единственный, который сразу говорил, это вранье, потому что я каждого из них близко и лично знаю. Он не для этого назначал Токаева президентом, чтобы тот ударил ему в спину. Нет, этот человек не способен бить. Понимаете? Это его слуга, просто сейчас у него другая задача. Сейчас он лежит под Путиным, а задача Назарбаева мягко уйти, продать все активы. И поэтому путиновские олигархи заходят встраиваться в те или иные промышленные активы, железнодорожные активы. Ну, это отдельный разговор. Это факт. Это в нашей стране все знают. Назарбаев никуда не ушел. Никакого конфликта не было. Более того, если послушать заявление Токаева, когда мы создавали демократические выборы Казахстана, он идентичный. В 2001 году он якобы требовал отставки неких младотюрков, киндер-сюрпризов, это мой адрес он говорил, иначе он уйдет в отставку. Команду о расстреле людей давал Нурсултан Назарбаев ему, чтобы он это озвучил. Первое. Нурсултан Назарбаев звонил Путину. Путин имя, отчество Кемель Ну Кемелевич полгода не да. мог вспомнить, потому что это был человек, мальчик на побегушках. Понимаете? Вот это нужно нам всем осознать и понять. Это игра. И эта игра, она очень простая, кстати говоря, когда ты систему знаешь. Поэтому это заблуждение. А, так, хорошо, уже 17600 смотрит. Напоминаю, у нас по окончании эфира этого будет еще эфир с Андреем Андреевичем Пиянковским, так что не уходите далеко, мы всего лишь там 17 небольших минут в эфире, мы еще сейчас все обсудим. Хорошо, роль Китая. Вот сейчас Си Цзиньпин приехал 20-22 марта в Москву с государственным визитом, трехдневный визит. Только он вернулся в Пекин сразу же после визита. Ну ладно, там последовали следующие встречи, там Макрон приезжал. Но он сразу заявил, что мы будем проводить форум Китай-Центральная Азия. Сразу же заявил, куда пригласил глав государств. И они приняли это приглашение и Казахстана, и Таджикистана, и Кыргызстана. И они поедут. Можно ли говорить о том, что я извиняюсь, Токаев, тем не менее, ищет поддержки Пекина, пытается защититься от давления Москвы, используя, как бы, в общем, роль Китая как гегемона на евразийском пространстве. Ну, как минимум, рядом с Москвой, а то и подчиняя себе в известных вопросах Москву, но она в безвыходном положении с учетом войны. Насколько тесные связи там? Они больше, чем с Путиным, или нет? Чтобы мы понимали, кто здесь более значимый союзник. Давайте я сразу скажу, как это обстоит дело, а потом аргументирую, почему Да. это именно так. Ну, во-первых, как я говорил, Токаев под Путиным, он его вассал. Прямой вассал. Поэтому, если Китай есть, он где-то через Путина, сверху. И у него, если определенная степень свободы есть, она именно санкционирована Путиным. Теперь я это аргументирую каким образом. Тоже очень просто, нужно смотреть реальность в экономике. Где Китай присутствует? Китайцы присутствуют в нефтегазовом секторе, и все. У нас три нефтеперерабатывающих завода, они в одном из нефтеперерабатывающих заводов имеют долю 50%. Раз. Ну и ряд месторождений, в частности на Каспе еще где-то. Ну, можно оценить и долю в нефтегазовом секторе, ну, 25%, ну, наверное, максимум. Все. И это первый фактор. То есть ее присутствие в экономике, да, в торговом балансе, она вторая после России, ну, далеко позади, собственно, самой Европы. У нее доля где-то порядка 17% в общем торговом балансе.
Поэтому, если по экономике смотреть, нет. Дальше. Очень важный фактор, как наши граждане относятся к Китаю. Так. Россия, мы вчера были в одном государстве. Более того, это сейчас интегрированное государство через Казахстан, я имею в виду, через Евразийский союз. Информационное пространство, русский язык, все прочее, все присутствует, включая книги, обучение, все это вот осталось со стороны со времен Советского Союза. Китайцев нет вообще. Что очень важно? Очень важно отношение нашего населения к Китаю. Исконно глубинная, если посмотреть, она враждебная. Да, китайцы работают, она исключительно враждебная. В наших разных стихах, эпосах и тому подобное Китай присутствует как некая страшная угроза. Но она историческая угроза, потому что в свое время это опять же передается из поколения в поколение, когда джунгары фактически половину нации истребили. Вот историческая, скажем, версия существует такая, что их подталкивали за спиной китайцы, и джунгары истребляли казахов. И поэтому все эпосы и так далее, всему этому посвящены. Самая страшная угроза для казахов – это Китай. И если вы обратите внимание, если когда-нибудь Токаев заявил бы то, что озвучивал Си Пинь в Москве, в частности, что они не допустят цветных революций вместе с Путиным, первое. Второе, что якобы, вот это, скажем так, российские эксперты часто такую фразу говорят, ну, Милов, в частности, говорил, почему они быстро свалили, когда в январе были введены войска, Да. называемого ДКБ, якобы Си Пинь позвонил. Это заблуждение, это просто незнание реальности в нашей стране. Любой, кто, скажем, прижмется к Китаю, именно прижмется, как к родному, который его может спасти, дать ему независимость и так далее, с того момента он будет уничтожен и как политик, и как глава государства в глазах всей нации. Абсолютно. И это Токаев прекрасно знает. Он осторожно говорит о дружбе, о сотрудничестве, о торговых отношениях, но никогда не переступает ту самую черту, которая присутствует в сознании наших людей. Ну и очевидно, что Китай ни при чем. То, что в январе 22 года Путин там 2 недели ввел войска, увел, потому что через короткое время пошли военные действия против Украины. И главная причина была в этом, а не в том, что Си Пинь позвонил. Вообще, скажем так, существует, я считаю, ошибка в недооценке Путина. Вот сейчас тоже, ну, скажем, зачастую Путину конец, такая фраза звучит. И под это дело идея, попытка показать, что Путин один, что он слаб, поэтому Китай круче его, что он у него там вассал Си Пиня. Это заблуждение. Путин никогда не будет его вассалом. У него другая структура возможностей, поэтому не будет его вассалом. Второе, исходя из этого, вот из этого тезиса, все время представляет, что Путин один, поэтому Казахстан вроде как бы в стороне, у него там Америка и Великобритания, это не так. Якобы все остальные, кто потенциально мог бы быть помощником Путина, они типа вдалеке. Но мы видим, что это не так. Иран активно помогает, Китай будет помогать, я тоже позже готов аргументировать. У меня цифры под рукой, почему и так далее это будет. Поэтому ситуация такова, что когда вы спросили, кто главнее, Путин. Структура экономики, взаимоотношения, ментальность населения, психология Китай не примут. Любой, кто в ту сторону качнется, считайте ему конец. Понимаете? Но Нет. надо возразить, что в нынешнем состоянии Москва находится в войне с соседом, с Украиной. И надо сказать, что идеология этой войны – это, в общем, попытка перевоссоздания, переучреждения, ну, до известной степени, с поправкой СССР. И Казахстан – одна из мишеней, в общем. И это никогда не скрывалось. Ну, там есть совершенно идиотские по этому поводу заявления какого-то Медведева, но он же озвучивает относительно Северного Казахстана. Там есть и другие такие же, там Муж Симонян. Вот это желание к перекройке границ. И это должно бы вызывать естественные опасения в отношении Москвы. Ну, как минимум, власти, понятно, в Казахстане до известной степени, конечно, но население в том числе.
Потому что, ну, в общем, пока, во всяком случае, со стороны Китая столь агрессивного поведения никто не видел. А вот Москва уже в войне находится. Вот что. Марк, никакого агрессивного поведения со стороны России в адрес Казахстана нет. Вот в начале эфира вы спросили, это игра? Да, это дезинформация. Симонян, Кесаян, они всегда издавали звуки под определенную ситуацию. Что вы завтра, Казахстан говорил, вот видите, на меня тут жмут, сейчас войска ведут, северный кусок территории отгрызут. И так далее, и так далее. Для чего? Для того, чтобы Казахстан не попадал под санкции, чтобы его не воспринимали как прямого союзника, вассала, как Лукашенко. И таким образом, маскируясь, он делал то, что он уже сделал и делает. Делает и сделал по прошлому году, сделал в январе. Путину вы правильно говорите, что не нужен какой-то... Вы же сами сейчас сказали, что он хочет воссоздать некий Советский Союз. Ну, он не до Нет. конца понимает, в каком виде, но именно так. Нет, он все прекрасно понимает. Это, опять же, я считаю, неправильно недооценивать. Путин делает все логично с точки зрения его возможностей. Абсолютно везде все его шаги логичные. Он не является сумасшедшим. Он сумасшедшим с точки зрения цивилизованного человека. Но с точки зрения своих замыслов он двигается очень логично. Казахстан ему не нужен, именно как Северный Казахстан, где там ничего нет. Северный Казахстан производит зерно, убитые машиностроения. Это рядом у него Омская область, приблизительно такая же, да? Поэтому ему нужен не то, чтобы весь Казахстан, ему нужна вся Центральная Азия, ему нужна вся Украина. Другой вопрос, что Украина кусается, а Казахстан он не будет кусаться, потому что нынешний президент, он уже лежит под Путиным. И поэтому какой смысл туда отправлять войска, если тот лоялен, оказывает все формы поддержки, более того, они разыгрывают. Это не такая в такой умные. Это службы Путина, они доминируют, они придумывают эти игры. Все эти игроки, как это выстроено, очевидно. Вот эти пропагандистские вещи, типа Симонян, Кисаян, Соловьев, делают угрозы, кричат, а в это время приезжает представитель Казахстана в Евросоюз и жалуется, а мы это изнутри знаем. Вот видите, Путин какой дурной, он нас пугает, что нам делать? Нам приходится маневрироваться, что называется, сидеть на нескольких стульях. Те, понимающие, кивают головой. Нет, это прямой союзник и вассал Путина. Все ресурсы, которые сейчас есть, вы посмотрите, вы когда говорите о России там в плохом положении, торговый баланс увеличился. Было по итогам 2024 года, извините, 2021 года 24 миллиарда долларов товарооборот. В 2022 году уже 26 миллиардов долларов увеличился товарооборот. Экспорт только по январю из Казахстана в сторону России увеличился на 50%. Понимаете? Вот они цифры. Просто нужно читать эти цифры, и цифры говорят о другом. Нет, идет только укрепление взаимных отношений. Всемирная помощь и уже украинская саморазведка в октябре сделала заявление, что 300, 500 раз, у меня здесь цифры под рукой, во сколько раз увеличился импорт из Европы, из других стран в Казахстан и реэкспорт в Россию. Украинская разведка прямо говорит, что шли технологии, которые позволяют управлять ракетами, которые бомбят Украину. Умные снаряды и так далее, все идет из Казахстана. Понимаете? Абсолютно и нет смысла им завоевывать. Это для вида делается, чтобы ввести заблуждение, что якобы вот Казахстан отошел в сторону. Нет, не отошел. Понимаете, это же одинаковые политические системы. Почему мы должны считать, что они должны разбежаться? Если они спасение режима Токаева, будем говорить Токаева, хотя там Назарбаев за спиной, именно за Путиным. Когда Путин понесет поражение, когда начнется развал России в тех или иных масштабах, однозначно последствия будут и Казахстана. Потому что в январе в прошлом году он бы не удержал власть не потому, что у него конфликт с Назарбаевым, потому что протестующих в стране было около 400 тысяч по всей стране, это очень много, и он не удержал бы власть. Путин его спас, понимаете? Поэтому он будет прижиматься к нему, а не к китайцам. Если китайцы хотя бы одну роту заведут, вы
должны понимать, с учетом настроения наших граждан, они порвут китайцев и вместе с ним Токаева. Поэтому, если уж какие-то войска забегают к нам, то только российские, больше ничьи. Ну вот относительно войск, членство ВОДКБ Казахстана, оно не выглядит слишком убедительно при Токаеве, потому что на самом деле практически, ну это не только связано с Казахстаном, но и Армения отчасти, которая ну сильно разочарована, поскольку вот этот договор о коллективной безопасности не обеспечил ее суверенитета, территориальной целостности. Известно, что значит, в результате ну, столкновений с Азербайджаном утрачена значительная часть территории, но и у ОДКБ в части Казахстана тоже энтузиазмом особо не пользуются. В общем, мы наблюдаем скорее охлаждение отношений с Казахстаном по части организации по вот этому коллективному договору коллективной безопасности. Вы этого не усматриваете, что давайте есть перспективы выхода? Давайте, давайте. Да, давайте мы факты тогда посмотрим. Давайте. За прошлый год, период войны между Россией и Украиной, именно в этот период прошло 9 встреч между Токаевым и Путиным. И Путин, собственно, сам и приезжал в Казахстан. Раз. Теперь, если об охлаждении КОДКБ. Два учения были проведены военных совместных в прошлом году вместе с Россией. Это я говорю факт. Теперь смотрите. Вы говорите об охлаждении Армении. Можно добавить Кыргызстан. Кыргызстан в 2010 году, когда была смена режима Бакиева, там у них были события на юге Кыргызстана, и Роза Тумбаева, исполняющая обязанности президента, она писала обращение в адрес Путина с просьбой ввести войска в ОДКБ. Путин отказал, и Казахстан тоже отказал. Армения тоже была отказана в конфликте с Азербайджаном. Но обратите внимание, стоило нашей власти обратиться к Путину, войска прибыли мгновенно. Более того, не было юридической базы, не было внешней угрозы для того, чтобы можно было применить нормы и статьи. Но, тем не менее, войска УДК были. И да, Кыргызстан может обижаться, Армения может обижаться, Казахстан нет. За что обижаться? Теперь смотрите дальше, смотрим факты. Генеральный секретарь УДКБ сейчас представитель Казахстана, бывший премьер-министр. Две столицы возглавлял, был мэром, вице-премьером, первый помощник Назарбаева, министр обороны. Он владеет через своего зятя заводом, который производит броневики, один из которых, как минимум, был поставлен Кадырову. Да? Вот. Поэтому мы смотрим факты. Что сказал Имангалит Исмагомедов, генеральный секретарь УДКБ? Это же не Россия озвучила, это наш казахский представитель. Представитель власти наши действующие, он сказал так, первое, что Запад, оказывается, поставляет оружие Украине, и это приводит к тому, что никак не стороны не могут прийти к мирному соглашению. То есть фактически он обвиняет Запад, что поставки идут военного снаряжения в Украину. Раз. И второе, что он предложил? Он предложил, что нужно усилить совместную деятельность по производству оружия. Есть ряд заводов в Казахстане, которые производят патроны и другие, скажем, формы военного снаряжения, да, броневики и тому подобное. Есть и где-то еще в Центральной Азии, по-моему, в Таджикистане. Что он предлагает? И он говорит, что в свете геополитических проблем напряжение и уточняет между Россией и Украиной. То есть он предлагает консолидировать военную промышленность для того, чтобы Россия могла дальше продолжать войну в Украине. Поэтому, если говорить по фактам, Казахстан, он активно участвует в ОДКБ, проводит совместные учения, не проводит совместные учения ни Армения, ни Таджикистан, никто. Проводит Казахстан. Генеральный секретарь ОДКБ – представитель Казахстана. Именно представитель Казахстана, по сути, нападает на Украину и обвиняет Украину в том, что она, видите, не идет на мирные переговоры. Я вам говорю, прямые факты, это открываешь интернет. Здесь нет такого, чтобы какое-то разочарование. Ну и не говоря о том, что вот министр иностранных дел, вице-премьер, свой первый визит, скажем, он сделал в Россию. И, пожалуйста, что там говорит нынешний министр иностранных дел? Он четко говорит, что
коллективный Запад организовал санкции, мы будем вместе с вами противостоять всему этому, у них этого не получится и так далее. На кого он опирается? На Казахстан. Вторая экономика после России в Евразийском Союзе у Казахстана. Понимаете? Это факты, это все, я говорю, факты. И поэтому я призываю, чтобы Украина правильно оценивала своих противников, не соперников, противников. Не производилась недооценка. Казахстан прямой помощник Путина, генеральный секретарь ОДКБ, представитель Казахстана. И уже сейчас всемирно всем известно, все факты говорят, что Казахстан активно помогает и будет помогать. И все эти вот эти действия со стороны Запада и Европы уговорить, чтобы не было поставок, они безуспешны. Как были безуспешны попытки убедить Путина не нападать на Украину, сейчас такие же ошибки, они повторяющим образом формируются вокруг тех стран, диктаторских союзников Путина, убедить, чтобы они не помогали. Это в принципе невозможно. Они будут помогать, потому что они все держатся на Путине. Вот все государства Центральной Азии, там мафиозные государства, их все поддерживает Путин. Как только поменяется политическая ситуация в России, они рухнут. И вот это их спасение. И они все будут помогать, чтобы удержать свои режимы. 25 тысяч человек нас смотрят, около 9 тысяч поставили лайки. А мы 37 почти минут в эфире. У меня просьба, кто к нам присоединяется, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах и так далее. То есть подписывайтесь на канал Фейгин Лайф. В описании к этому видео мы дадим ссылку и на канал Мухтара Аблязова. Можете подписываться там тоже, если кому интересно дальше по этой теме смотреть эфиры. А тогда вот о чем еще нужно коснуться. Дело в том, что с начала войны огромное число, ну, значительное число потенциальных мобилизованных граждан России переместилось в Казахстан. Ну, это и в Грузию происходила релокация, в другие места, но очень многие, пользуясь возможностью, я вот и сам родом из Самарской области, она граничит с Казахстаном, туда дальше Уральск и так далее. Ну, в общем, выезжали и на машинах, кто как, перебирались в Казахстан. Надо сказать, что у многих непростое положение. Казахстан приграничное соседнее государство, которое давало возможность русским покидать Россию и прятаться от потенциальной мобилизации. Ну, кому получилось, кому нет. Это процесс усилился осенью прошлого 22-го года. Но вот в контексте того, что происходит, сейчас разговоры идут о том, что усиливается ответственность за уклонение от повесток. Вот сейчас это Дума принимает буквально в трех чтениях в ближайшие дни. И, наверное, поток усилится. То есть он и так-то был приличный, он может усилиться, потому что в ожидании, что будет вторая волна мобилизации, отправок на украинский фронт, люди бегут в Казахстан. И вот хочется понять, собственно, во-первых, насколько Казахстан является, ну, скажем, таким убежищем, таким коллективным шелтером для вот этих бегущих российских граждан от мобилизации. Насколько там комфортна для них ситуация и безопасна, потому что, ну, какая-то часть все-таки, особенно из регионов, скажем так, Урала, до Урала, там, части средней полосы, может быть, не из центральной России, которая большей частью релоцировалась в Грузии, они бегут именно в Казахстан. Насколько, по сравнению с той же Грузией, безопасно находиться там? Не будет ли, можно ли ожидать, что Казахстан будет содействовать в выдаче, возвращении граждан России из Казахстана в Россию для того, чтобы, ну, молодых людей, там, не знаю, людей в возрасте, чтобы они были мобилизованы или каким-то образом привлечены к военной службе с учетом идущей войны? Вот насколько это безопасно? Вот как это оценить? Давайте мы, опять же, упремся в документы. И когда вопрос вы задаете по Казахстану и по Грузии в частности, ну, давайте мы посмотрим юридическую базу. Казахстан в Евразийском Союзе, и, соответственно, органы правопорядка, полиция, там, межгосударственные договора, все прочее так отстроены,
что считаете, что Россия там хозяин в Казахстане. То есть первый запрос, вот недавно майора ФСО, Да, его выдали, да. да, и только просто, скажем, мобилизованные их просто, если их запросят, они будут немедленно выданы, просто немедленно. Потому что есть ряд соглашений, ну, старые даже брать, Минские соглашения 93-го года, которые вы прекрасно знаете, о взаимной помощи, он Да. работает. Существующие соглашения о таможенном союзе, они автоматически работают, поэтому россияне просто, ну, они не читают документы и туда бегут. И, а кто приезжает в Казахстан, через какое-то время начинают разбираться и уезжают, так как транзит. Ну, во всяком случае, я последние данные не знаю, но почти там 1 000 000 человек приехало россиян, и была статистика, менее 100 тысяч осталось на территории Казахстана. А что касается, если сравнивать с Грузией, Грузия не является членом всех этих союзов, поэтому если россияне хотят бежать, им лучше в Грузию бежать. В Казахстане их точно выдадут. Это не то место, где бы можно было получить убежище. Автоматически произойдет. Ну и в качестве ремарки я хотел бы добавить, вот вы в начале эфира упомянули о релокации российских бизнесменов, промышленности и так далее. Да. Это активно идет. Таким образом, они размещают свои производственные мощности, уходят от санкций, пользуются инфраструктурой банковской и все прочее. И даже аэропорт в Уральске, вот, который вот недалеко Да. в области, где вы жили, 50 километров от России, получил Виксельберг под свой контроль. Это транзит грузовых грузов, это, по сути дела, контрабанда. Они привозят грузы из Китая или откуда-либо, все бросают в траки и свободно, беспрепятственно пересекают границу. Никто их даже не будет останавливать. Поэтому вот такая вот ситуация в Казахстане. По Казахстану я считаю, что ни у кого не должно быть иллюзии. Ни у кого. Но вот вдогонку вопрос про финансовый сектор. Я видел в материалах вот этот, как он, Freedom Finance или как он назывался, Да, банк сейчас. Турлов. Да, большая проблема именно для русских доступа к платежным системам, картам, Visa, MasterCard и так далее. Проблема в самой России и, в общем, не секрет, что очень многие проживающие в России и те, кто едет в Казахстан, открывают в банках, казахских банках и банках, которые вновь созданы, и таких, я бы сказал, необанках, да, финтех-системах, открывают счета для того, чтобы получить доступ к этим платежным системам. Казахстан не под санкциями, естественно. Казахстан предоставляет эту возможность, но возникают вопросы обмена налоговой и финансовой информацией. Никто до конца не понимает, насколько Казахстан тесно сотрудничает с российскими регуляторами, передавая информацию о транзакциях, там, не знаю, о вкладах, о депозитах российской стране. Вообще об этом что-то известно вообще? Насколько тесно взаимоотношения ЦБ казахского и российского по этим вопросам? И вообще вот эти вот банки, вновь созданные особенно, которые из России перекочевывают в Казахстан и работают с российскими финансами, финансами российских налогоплательщиков и так далее. И те, кто живет в Казахстане, и те, кто не живет. Вот насколько это прозрачная система? Вот вы хорошо упомянули вот Freedom Bank, так называемый, Да, Freedom, да. Турлов, он под санкциями Украины. Угу. Признано, что, скажем, ну, в общем, есть за что его там загнали в список санкционных. Он до июня прошлого года был гражданином России и в возрасте 32 лет, ему сейчас, по-моему, 35, стал миллиардером Казахстана. Для того, чтобы стать миллиардером Казахстана, вообще в таких системах, мы же прекрасно знаем, это прямо должны интегрироваться политические верхушки. Так вот, Турлов – это кошелек семьи Нурсултана Назарбаева, который осуществляет свой бизнес и на территории России, и на территории Казахстана. У семьи Назарбаев есть банк, в том числе и России. И у него там всякие брокерские компании, которые помогают прятать активы для российских олигархов и для казахских, в том числе для семьи Назарбаева. Ну, понятно, он не случайно попал под санкции. Так вот, именно этот банк прямо открыто рекламировал услугу, что россияне могут открывать дистанционно карты, пользоваться мастер и виза через его банк. Это во-первых. Это еще и Тинькофф банк получал такого рода услуги. То есть россияне таким образом через этот банк избегали санкций. Вот. И каким образом, кстати говоря, вводят в заблуждение украинские власти вот такого типа... Россиянинам
оказал гуманитарную помощь Украине. Ну, вдумайтесь, тут Путин за, что называется, за какой-то постик, за рисунок, куда девочку отца посадили. Да? А тут человек 2 миллиона долларов оказывает помощь Украине, и потом перемещается в Казахстан, открывает карточки и ничего. И он потом берет свой бизнес в России, переоформляет на одного из своего директора, центральный банк дает разрешение. То есть это же очевидный розыгрыш, на поверхности лежит. Тем не менее, к сожалению, средства массовой информации Украины и не только средства массовой информации, это проглатывает такую наживочку. Вот. Поэтому взаимодействие между Центральным банком Казахстана и России полное, между ФСБ и Комитетом национальной безопасности просто автоматически. Я вам даже забавный случай приведу, когда мэр города Киева Кличко, скажем, разрезает ленточки, некие юрты, да, открывает вот эти юрты казахские. Этот проект с юртами двигает казахский бизнесмен, он же и российский бизнесмен, он в Оренбурге имеет бизнес, который приносит ему минимум 200 миллионов долларов в год. Он владелец Оренбургские минералы. И вот представьте, человек, который имеет бизнес в России, спокойно размещает юрты по всей Украине, Украина рекламирует, казахи молодцы. Казахский МИД, когда Захарова спрашивает в понедельник, казахский МИД, ответьте, пожалуйста, как же так, вы там юрты в Украине размещаете? На следующий день, мгновенно, это я ваш ответ на, вам ответ на взаимодействие. На следующий день представитель МИДа Казахстана выходит и говорит Захарову, извините, правительство к этому не имеет никакого отношения, это вот какие-то частные лица двигались. И вот представьте себе, что владелец Оренбургских минералов свободно везде ставит юрты. Мэр Кличко ходит, ленточки разрезает, и в других городах мэры говорят, казахи молодцы, а их разводят. Потому что человек, который это делает, прямо имеет бизнес в России, а куратором является глава фракции «Единой России», бывший министр внутренних дел. Понимаете? Вот как вот примитивно разводят, к сожалению. И ловятся люди, потому что эти все нюансы, когда ты не знаешь, кажется, да, вот гуманитарная помощь поступила, вот вроде бы там наш МИД какие-то заявления делает, вот вроде бы какая-то угроза Казахстану. Это такая примитивная разводка, которую, наверное, не просто раскрыть. Я просто как человек, который очень хорошо и знает изнутри этих людей лично, всю систему, в том числе и в России, просто показываю, как разводят и Запад, и Украину. Понимаете? Все очень просто. Так, мы уже почти 48 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. Напоминаю, по окончании этого эфира, через 12 минут вы можете смотреть эфир с Андреем Андреевичем Пиантковским, как обычно, еженедельно мы там поговорим об ИПСО Украгейт в связи с опубликованными документами. Андрей Андреевич нам расскажет, что там происходит в Вашингтоне, где он живет, так сказать, по поводу публикации этих секретных утечек. Обсудим это. Ну что же, тогда вопрос тогда такой. Все-таки отношения Киева и Астаны. Отношения, ну, того же Зеленского и Токаева. Так сказать, я думаю, что Киев вполне осознает степень отношений доверительных или каких-то иных между Астаной и Москвой. Но, тем не менее, все-таки есть контакты, все-таки Киев, учитывая ситуацию, должен аккуратно вести отношения с потенциальными конфидентами Москвы, имеющими с Москвой же отношения. Мы не видим никаких претензий публичных, во всяком высказываемых со стороны официального Киева, банковой, в адрес Токаева, там, не знаю, Аккорды и вообще Казахстана в его лице. Это что, не попытка дразнить, учитывая войну, нужно приобретать союзников, а не плодить врагов. Даже если представить, что через Казахстан проходят какие-то серые схемы поставок продукции двойного назначения, военной продукции. То есть, какие здесь есть варианты у Киева? Вот нужно их понять, чем он мотивирован в этой ситуации, на ваш взгляд? Я думаю, здесь идет, скажем, недопланирование, недооценка. Я хотел бы в этой связи просто отмоделировать следующую модель. Когда Украина побеждает, ну, моделей разных, много
по срокам даже не будем говорить, когда Украина выбивает с Крыма и с Востока везде Россию, мы должны обязательно рассматривать следующий сценарий, что Путин, он не успокаивается, никакие там перевороты не происходят. И если говорить о текущей экономической ситуации, то в целом там благополучная ситуация. Падение по прошлому году оценили международные организации на уровне 2%, а в этом году прогнозируется плюс 0,3% рост экономики. И если посмотреть внешнеторговый баланс, по 2021 году было менее 800 миллиардов долларов, а по 2022 году 850, то есть рост. И все прогнозы, что российская экономика развалится и упадет, они оказались несостоятельными. В первую очередь связано с тем, что недооценка произошла или не дожимают те страны, которые помогают России быть жизнеспособной. Казахстан в этом смысле играет ключевую роль. Если посмотреть по статистике, сколько осуществлено товаров серого импорта, какая поддержка была со стороны Казахстана России, это ключевая страна, к сожалению. Так вот, идем к следующей модели. Получается, что нужно обрубить России те концы, дырки закрыть, чтобы ее обесточить, чтобы она не строила ракеты, не получала финансовую подпитку, не поддерживала свою экономику на плаву. Если Украина приходит, выбивает на границу Россию, то следующий этап – Путин продолжает воевать. А что делать дальше? Понятно, что Украина не собирается идти дальше в сторону России. А Путин продолжает бомбить Украину. Что же в этом случае делать? Так вот, очень важный фактор – обесточить Россию. А для этого союзники, те, которые осуществляют эти функции, они должны прекратить это делать. Добровольно, дипломатически не получится. Поэтому Украине необходимо добиваться, чтобы против политической верхушки именно Казахстана, да, санкционные поставки осуществляют Узбекистан, Армения, Кыргызстан, но это микроскопические экономики по сравнению с Казахстаном. Микроскопические. Доля воздействия помощи Казахстана просто гигантская. После Турции, Турции не отражается так статистически, но тем не менее, я думаю, Турция первая. Казахстан сейчас номер один. Поэтому здесь нужно бить санкциями. И это будет урок и для стран Центральной Азии, и для многих других. Дипломатические действия не помогут. Здесь я считаю, что украинскому руководству нужно проявить решительность. Ну, давайте опять цифру упремся. Доля в торговле между Украиной и Казахстаном в ВВП или в торговом балансе 0,4%. А в этом году будет и того меньше. Меньше там на 200 с чем-то миллион долларов Казахстан поставил что? Нефть и там какую-то там такую группу товаров, которые сейчас Украина замещает из Европы. Поэтому с точки зрения торговли Казахстан ничего из себя не представляет, потому что все поставки шли через территорию России. Сейчас все перекрыто. Раз. Ну, давайте посмотрим, что хочет получить Зеленский от Украины. В смысле, от Казахстана. Нечего, потому что Казахстан и так лежит под Россией. Военное оружие, говорят, что вот насчет оружия. Что может Казахстан поставить? Нет армии в Казахстане серьезной. На складах в России во много раз больше валяется старая техника, которую они сейчас тащат на войну. Поэтому никакой военной серьезной помощи не будет. Ну, финансовая она и так идет. Поэтому если стоит задача обесточить Россию, потому что только тогда, когда Россия будет испытывать серьезные проблемы, как в 2017 году, когда солдаты на фронтах, а сзади экономика валится, не какая-то там группа офицеров или генералов поменяет власть. Нет, это только люди могут. Но люди когда поменяют? Когда они будут в отчаянии? Значит, надо бить по дыркам. Самая большая дырка – это Казахстан. Вот я считаю, вот это главное, что нужно определиться и решиться, убедить Европу и Америку ударить. Ударить именно по Казахстану. Все остальные разбегутся в странах Центральной Азии. И дальше. Если война затянется, ну, например, перебросят, отбросят Россию какие-то короткие сроки на границу 91 года. Путин, да. очевидно, что не успокоится. Следующий этап. Он просто проглотит в форме разных союзов государств Центральной Азии. Там, в Центральной Азии, там 80 миллионов населения. 80 миллионов населения, и вот это мясо хлынет на войну в Украину. Она и сейчас есть. А завтра она хлынет миллионами, 80 миллионов населения.
И тогда война будет на долгие годы. Она и сейчас прогнозируется, что затянется. Но если сейчас не ударить по этим дыркам, не отрубить России от этих приходов разных товаров и все прочее, война действительно затянется, и она будет приобретет больший масштаб. Понимаете? Ну, еще важно, я хотел бы несколько слов сказать про... Я считаю, что делается большая ошибка, когда сейчас говорится, я слышал ряд выступающих у вас в эфире, когда говорили, вот посол Китая сказал, что они не поддержат Путина, вот Си Цзиньпинь сказал так-то, так-то. Это одинаковые диктаторские системы. Китаю выгодно, чтобы Россия создавала проблемы Западу. Америка уже заявила, что Китай главный соперник. И этот соперник, он будет красиво изображать то, что делал Путин, протокол, какие-то слова говорить, но он будет помогать Путину, как делает это сейчас Токаев. И поэтому сейчас критическая ситуация. Нужно бить по Казахстану в первую очередь, понимаете, и не верить Китаю. Ни в коем случае. Это, понимаете, мафиозные системы, диктаторские режимы. Нужно сразу идентифицировать. Демократически тянутся демократическим, диктаторски диктаторским. Диктаторски всегда нарушают закон, всегда стремятся организовать войну. Вот Китай сейчас на Тайвань всякие маневры делать такие же, как Путин делал против Украины. Доверять Си в принципе нельзя. Ни его послам, ни его словам, ничего. Это угроза всему миру. Тогда все становится просто. Тогда ты понимаешь, что это делать. Тогда, если ты риторику применял вчера по Казахстану, говорил, Казахстан, ну, как бы отделяется, собственная позиция, это, по сути, враг, враг России. Это неправда, и практика это показала. И сейчас... Говорит, что Китай, вот он так делает, что вот они плохо расстались с Путиным. Или посол в Евросоюз заявил, что они против того, что тактическое ядерное оружие будет размещаться в Беларуси. Все это слова, у них слова ничего не стоят. Ну что же, мы 57 минут в эфире, 2 минуты остается у нас до следующего эфира. Мы благодарим Мухтара Аблязова за то, что он пришел сегодня с нами на эту тему поговорил. Мы почти 30 тысяч нас смотрят. Просьба огромная к нашим зрителям. Ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ставьте лайки. Там больше 12 тысяч поставили. Нам, конечно, было бы хорошо, если бы вы добавили их. Вот. Ну и, соответственно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайв. Всех теперь призываю прийти на эфир с Андреем Андреевичем Пятковским. Мухтар Кабулович, спасибо огромное. Еще повидаемся, поговорим на эти темы.